Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим виброзвонок на iPhone 5C. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Открутили. Отщелкиваем дисплейный модуль от корпуса. Откручиваем 4 винтика металлической защиты. Снимаем металлическую защиту и отщелкиваем 3 шлейфа. Теперь откручиваем 2 винтика. Вынимаем виброзвонок с держателя. Отсоединяем виброзвонок от держателя. И устанавливаем туда новый виброзвонок. Устанавливаем его теперь в корпус. Прикручиваем на 2 винтика. Прикрутили. Теперь необходимо подсоединить дисплейный модуль, защелкнув 3 шлейфа. Устанавливаем металлическую защиту и прикручиваем ее на 4 винтика. Если в вашем аппарате не работает виброзвонок, 90% что замена нового виброзвонка вам поможет. В 10% случаев это иная проблема, такая как попадание влаги, либо проблемы на печатной плате. И последний винтик. Закрутили. Защелкиваем дисплейный модуль. И закручиваем 2 нижних винтика. И все. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.